Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня будем наносить декоративную краску магия. Все так же, как и наносили ранее. Если вы не видели, как мы до этого наносили, можете посмотреть предыдущее видео. Вот. Но сегодня мы будем наносить ее не на стены, как обычно, а на потолок. На конструкции на потолке. Вот. Это будет довольно-таки необычно. Интересно, мы уже делали это. Как бы многим нравится такой выбор. Необычно белого там или какого-то цветного потолка или натяжного. Вот. А с переливом, который как бы переливается, играет на свету и прикольно выглядит, скажем так. Вот, итак, покажу потолок, те конструкции, которые будут вскрываться. Я их уже прокрасил, предварительно прогрунтовал. Вот, грунтовал грунтом, акрилатив грунт торговой марки Fadal глубокого проникновения. После полного высыхания красил он латекс матом в один слой под декоративку, под магию, под вельвет, под лаву. В принципе, одного слоя достаточно. Но если это не светлый какой-то тон и если нет темных-темных пятен на потолке или на стенах, на тех изделиях, которые вы будете обрабатывать декоративкой, вскрывать декоративку на них. Вот. Если это просто шпаклеванная стена, один слой супер укрывает, вообще проблем никаких нет, и сейчас сами все увидите, в принципе. Итак, смотрим. Так, вот первая наша конструкция. Я ее только закончил красить. Еще видно, что она местами мокрая. Там, где мокрая, то есть там темнее она. Вот такой круг. Затем следующая комната. Оп, сейчас фокус наведу. О, вот такой вот прямоугольник. Тоже будет лава, магия вскрываться. Освещение прикольное здесь, и я думаю, она будет очень переливаться, очень играть на свету. Да и цвета подобрали такие очень интересные. И третья комната. Здесь такой вот желтый. То есть... Здесь уже высохло, один слой, все супер, все круто, здесь также. Номера цветов я скажу вам, вдруг пригодится, вдруг захотите тоже так сделать. Покажу вот весь материал. Так, вот и на латекс мат. Так, в этой комнате, где желтая, Е0602. В центральной комнате, так, где прямоугольник, Е0532, и в спальне Е123. Соответственно, вот сама декоративная краска. Супер качество, все на высоте. По работе разбавлять мы ее не будем. Наносим такая, как есть, потому что на стены часто добавляем водичку, чтобы на больше хваталось, легче наносилось. Разводы получались очень интересными. Вот, и сам инструмент. Наносим пластиковым шпателем, обыкновенный. Вот, обычный наборной шпатель. До этого красили десяткой валиком с таким ворсинистым краем. Потому что под краем, там, где малярка наклеена, я кисточкой не крашу. Кисти остаются разводы, мне не нравится. Потом эти разводы, когда магия очень не играет на свету, они бывают виднеются, и как бы это... Все портит. Вот. Стены, кстати, покрашены также краской торговой марки Fadal. Здесь Inan Latex мат. Вот в этой комнате мат латекс на стенах. Потолок белый тоже мат латекс. И здесь, и здесь. И в этой комнате тоже Inan Latex мат. Такая дополнительная информация. Круто красит, круто укрывает. Вообще... Превосходно. Потолочек беленький. Все супер. Все на высоте. Так, ну что, я буду скрывать, не буду снимать, потому что я как бы сам работаю сейчас. Довольно-таки неудобно на вот этой стремянке стоять. Потолок 3,20, 3,40 где-то, я не помню. Вот. Так что
Сделаю декоративочку, сниму, что получилось. Так что смотрите дальше. Так, дорогие зрители, за окном у нас 4 утра. Вот, я закончил. Сейчас покажу, что получилось. Довольно-таки интересно, интересный цвет. Очень хорошо так переливается. Еще днем постараюсь снять. Не знаю, получится, нет. Вот, ну, в принципе, смотрите, что у нас вышло. Итак, вот он. Раз. Блин, на камере не видно. Да. Камера, в принципе, не передает этот перелив. Когда будет солнечный свет, с окна светить, я думаю, будет лучше видно. В общем, такой цвет под обои, я думаю, попало вообще 100%. Очень круто. Дальше, вот эта комната, которая с самым большим квадратом. Вообще обалденно получилось. Цвет такой... Не знаю, мне на камере показывают какой-то зеленцой. Но он получился вообще максимально каким-то таким светлой бронзой. Бронзой и золотом, не знаю, что-то между этими двумя цветами. Очень круто, очень хорошо играет на свету. Сейчас с этой стороны еще покажу. Ой, блин, врезался в откос. Вот так вот оно. Очень круто. Крутая вставка получилась. Вот. И здесь у нас круг тоже. Желтым цветом. Тоже под стены. Очень круто. Переливается. Так что вот такие дела. Так что смело можно использовать. На потолки какие-то изделия, полностью весь потолок, я думаю, тоже будет интересно. Вот, камера в пыли была, наверное, из-за этого не передавала. Давайте еще раз попробуем. Нет. В общем, дорогие зрители, спасибо, что посмотрели ролик. Ставьте лайки, если понравилось. Вот, я постараюсь днем еще снять, я не знаю, получится или нет. Вот, так что, в принципе, вы все увидели. Хоть, может быть, не сильно хорошо было видно, но все-таки отличный материал. Пользуйтесь, пробуйте. Я думаю, не только этот материал можно на потолок, еще, ну, практически весь. Вот, просто из тонкослойных материалов, я думаю, вот, как бы вельвет, магия, лава, будет вообще бомбово смотреться на потолке. Так что ставим лайки, спасибо за просмотр, пока-пока.